Так, хозяюшка. Давай я скат помогу тебе убрать. Не поднимай, не поднимай, я сейчас заберу. Ну, относительно, я так себе поставлю. Ну как тебе? Не тяжело? Нет. Осталось еще вот эти вещи, тут поперебираются, все это посортируется. Тоже не нужно вынесем. Все. Сейчас пойдем с вами делать, культивировать землю. Снова здравствуйте. Привет. Ну что, осталось немножко еще. Кусты повырубали, повыгребали. И у нас еще в планах вот эту земельку разработать. Сделать возле забора. Здесь можно будет посаживать и клумбы. Ну, занимаемся. Уже вечереет. Надо до вечера это все успеть сделать. Во дворе мы уже разработали землю. Сейчас туда займемся. Вот, главный помощник. Бабушка, помашите ручкой. Привет. Молодец, бабуля. Бабушка молодец. Хорошо, помогает целый день. Грабли отбирает. Говорит, давай, елки. Ну что ж, человек всю жизнь привык работать. На даче вон как там. Да. Бабушка пешком ходила с Новогродовки в Михайловку. Через переезд, через Марию. Подойди к бабушке поближе. Пойдем, бабушка, расскажем. А ну надо, скажем, бабка уже еще, не дай бог, посмотрит наши там. И что? Кременчик уже там попал. Все хорошо, в порядке. Просто в Михайловку на данный момент уже не попасть. Там уже совсем остались руины. Не знаю. Слидово долго тоже. Украинец, да, да. Уже ни воды, ни газа. Все уже, люди там уже существуют и выживают. Война, фронт наблизился совсем близко. Ой, бабушка, ну не плачьте, все. Все будет хорошо. Вы в безопасности. Самое главное, что забрали. Нет, остаться без всего. Ну, самое главное, это жизнь, и вы с нами, и мы с вами. Нам нужен, да, и вы.
Так, ладненько, продолжим мы заниматься. Ну, давай. Ограбим хорошо, грибим прям хорошо. Да, ограбим, когда там внутри. Что-то вот там уже. Тебе помочь? Давай, пускай бабушка снимает, а мы будем с тобой на пару гребти. Бери грабли, чтобы быстрее было, ускорим этот процесс. Потому что мне надо еще до вечера успеть это все скультивировать, чтобы не по темну и не с фонариком здесь заниматься. А на завтра передают дождь. И чтобы успеть это все сделать до завтра, не дай бог, если пойдет еще дождь, то дождь нам все испортит. Оу! Бабушка, отдыхайте, хорош на сегодня уже и так. Вы что, все? Вы только показываете, что делать. Ну все, давай, давай, давай. Давай это делай. Забирает все, все. Ты вы что, успокойтесь? Чего успокойтесь? Все, все мы сейчас сделаем. А это, что, Инна, бери грабли, наверное. Давай, давай займемся. Есть работа, да? Работы в своем доме много. Вот прям у меня крупным планом. Это не в квартире вам сидеть, дорогие друзья. Свой дом всегда был. Это сейчас сюда куча. Давай, я еще не могу. Да. Порядочки наладили. И сейчас приступим. Будем культивировать этот участочек. Будет, наверное, клумба. Посадим цветы и розы.